Всем доброго времени суток. Я вас приветствую на своем канале Сега 26. И сегодня я вам расскажу, как все-таки скачать видео с ВКонтакта и с YouTube. Я вам расскажу два способа для ВКонтакта. Ну что ж, начнем. Заходим в мой ВКонтакт. Заходим в мой ВКонтакт. Видеозаписи. И вот мы с вами на видеозаписи. Ну что ж, набираем с вами любое понравившееся видео. Ну, например, пусть это будет мультфильм «Смешарики». Вот он. Нажимаем как просмотр и способ первый. Чтобы нам скачать данное видео, мы с вами нажимаем правой кнопкой мыши на строку адреса, нажали, правой кнопкой мыши нажимаем и ищем копировать. Есть прекрасный помощник для скачивания, что из видео, что из ВКонтакта, что и из Ютуба. И он называется savefrom.net. И опять же правой кнопкой мыши ставить. И нажим, и он здесь сам ищет. И нам повезло. Он там тут пишет нам получить ссылку. Нажимаем. Все. И дальше мы уже сможем здесь уже выбрать нужный с вами размер. Как мы с вами будем его скачивать. И вот это был первый способ. Сейчас я вам расскажу второй способ. А второй способ будет надежней. Ищем вкладку «Еще». Нажимаем. Дальше данное слово. Мне его не прочитать. Оно очень сложное. И на самую нижнюю строку. Также все выделяем. Копируем. И вставляем вот сюда. Вставили. Все, он ищет. И он с вами сразу же ее нашел. И можем также выбрать или скачать что-нибудь. И скачать данное видео. Теперь давайте разберемся с YouTube. С YouTube все гораздо все проще. Ну что ж, например, давайте с вами ведем Но у меня компьютер медленный. Старенький, потому что. И давайте с вами ведем сериал «Сваты».
Советую вам их посмотреть обязательно. Очень смешной сериальчик. Вот он. Мы нашли его. Вот. И опять же на адресную строку нажимаем левой кнопкой мыши. Копируем выделенное. Так, прошу прощения, я не то сделал. Еще раз. Копируем. И воспользуемся нашим с вами помощником. Также вставить. И он нам с вами нашел. Вот такие два прекрасных способа я пользуюсь очень часто. Ну что ж, к завершению я хочу порекомендовать свой канал Sega26. Вы здесь можете увидеть и посмотреть о путешествиях, о экскурсиях, концертах и многие-многие другие. А также обзоры и многие-многое другое. Ну, слушай, как говорят везде-то у нас, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, и пишите в комментариях. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Ну что ж, я с вами прощаюсь. До свидания, товарищи.